Давай еще раз. Леш. Всем доброе утро, страна, земля. Смотрите, какую вкусняшку я здесь распознал для себя. Lucky Charms. Они очень вкусные сериалы. И всем привет! Да-да, дети прикалываются. Вот такая вкусняшка. Это очень вкусные сериалы, они обалденные, блин. Вот надо прям мешки тебе покупать. Хотя Лёшка их каждый день не ест. Ему нравится каша. СССР закалка. Теперь я буду записывать скоро вам минусы жизни во Флориде. А пока у нас посмотрим погоду. 75 градусов, сегодня тепло. Пасмурно, видите, солнышка сегодня нет. Яркие краски, птички поют все равно, но он бегает, прыгает. Скрытая камера за сыном и за отцом, за мужем. Наблюдение. О, уселся деловой. Она делает свои дела, ковыряется, как этот маленький просюшка. Посмотри, посмотри. Каждый занят своим делом. Слушайте, как птички поют. Да круто! А мы сейчас едем, знаете, куда в этот? Сейчас скажут, опять едете по магазинам. Ага, ага, по магазинам едем. Ненавистники. Да. Да, мы едем опять по магазинам. Представляете, у нас просто есть клад. Вот тут вот в погребе лежит. И там миллион денег, долларов. Так что только и едем по магазинам. На самом деле мы едем в магазины ультра. Опа! Ах ты меня напугал! Маленький папа прибежал. Леша, напугалась, что он один пришел. Крадется, вот он. Полил меня Леха. Представляешь, напугал Лешка маленький. Грязная. Грязная? Сделай фигни. Это с деревьев. Падает. Да, видите? Да, это с деревьев, да. Вон она вся вот в горошек. Вот и машины грязные. Поставь, все в горошек, Оль. Дубы растут здесь, дубы. Вот выходной день, у нас сегодня воскресенье, Сандэй. Сразу машин около магазинов очень много. А магазин называется Ульта Бьюти. Я думала Ультра, оказывается Ульта. У нас был дождик, и после дождя прям, знаете, влажность такая ужасная. И солнце печет, жарко, жарко, жарко. Вот в такой одежде уже жарко. Скоро будем в трусах ходить в одежде. Опять трусы одевать. Опять трусы одевать. Видели, какая моська? Потом разукрасишь, и будет вот такая беленькая. Может, тут правда. Сейчас будем смотреть пробники, да. А вот тестер, видите? Здорово. Здесь есть тестер, потому что во всех американских магазинах их нет. Во многих. А вот есть 50+. Это у нас... Вау! Вау! Какая, смотрите, да, видите, преображение. Yeah. А это что у нас? Всякие а какие-то... Это, ой, кстати, это за, заделывание. 22. Наверное, заделывание, видите? Заделывание. Вау, смотрите, какое клевое. Это у нас хайлайтер. Смотрите, какая красота. А, это тени у нас. Они стоят $42, такие тени. А вот, $50. Косметичка, да. Косметичка? Да. Валя, он с косметикой? Да, с косметикой. Там вот, да, вот. Вот за 34 вот такая вот. А это минеральная ведь же, да, получается? Да, да, да. Bare Minerals. Помады вот. Ну, это как блеск. $19. Такой вот 20. Помадка 20. Карандаш 16. А вот красивая за $34 была 68. Вот это вот у нас $34 тональный крем. Пудра, да, видимо. Тестеры видели, есть. Вот они, сколько их. Пудра стоит $30. Такие помадки. Кто красится такой помадой? Или вот такой вот, а да? Вот, подожди, а вот они, вот, пожалуйста. Вот, вот сюда, какой... только надо сюда краситься, да. На обложку так вот. Это у нас Urban Decay, например, Lip Pencil, да, вот стоит $20. А липстик $17. Когда девчонок смотрю, у кого бьюти блоги, вот все обожают вот этот вот Urban Decay Naked Illuminated Highlighter, видели? $32 он здесь стоит. Да, Ross как-то, да, или как Dose, непонятно, да. И стоит это $18, $16 липстик.
тушь. Нам очень понравилась косметика Benefit. Я себе вот за $12 маленькую такую взяла. Праймер. Реставрирую, да. В общем, очень клевая косметика. Именно крема вот. Нам прям по качеству понравились вот эти вот. Такие, они стоят $48. О май гаш, это вообще, ну надолго все равно вот такой... Клиник Фит. 29.50. Это увеличитель губ. Kiss Lip Plumping System. Также вот смотрите, есть у нас для волос. Уход за волосами. $19, $20. After Party. Говорят, что хорошая эта фирма, но я ей не пользуюсь. Если возьмешь на 19.50 в итоге косметики, то будет подарок косметичка, да? За 6.50 мейкап ремувер такие. Такая вот пудра, $14. В общем, мы едем домой. Здесь время 3 часа, кстати, 89 градусов по Фаренгейту. Да, а на моих часах 4 часа. Почему? Потому что во Флориде перевели время на час вперед. И разница теперь у нас с Москвой не 8 часов, а 7 часов стало. И тут даже птички поют. Мы не теряем времени, буду разбираться. Давайте, да. Смотрите, нам подарок дали на 19.50, как я сказала, уже мы купили. Да. Что-то давали. То есть я купила одну штучку, которая мне там нужна. Маленький, а что пробник, здесь, да, что здесь, сейчас посмотрим. Быстренько, пока красный цвет. Да, смотри, сколько всего. Прикольно. Отлично, и точилка есть? Да, и точилка, да, клевая. А неплохо. Еще пока не забыла, хорошо, я проверяю всегда, чек не отходя от кассы. $12 лишних мне посчитали, вернулись. И она мне ретор, ну как деньги на карточку обратно вернутся. Хорошо, я проверила. Так что проверяйте всегда чеки. Неважно, это Америка, Россия, да, другая страна. Нет, пакет видели какой? Химический весь, да, уже красится. В Индексе топаем. Сегодня в Индексе очень много по сейлу. Buy one, get one free. Клубнику, 3 упаковки таких за $5 все, представляете? Мясо $5, 2 упаковки. За $2 такие 2 воды. Такие макароны $1.69, тоже 2 упаковки. Все по акции. И выходной день народу. Вот такой вот наборчик бесплатный. И косметичка красивенькая такая, классная. Вот теперь в Америке я убеждаюсь все больше и больше в том, что цены здесь тоже выросли, и причем на многое. Цены выросли на одежду, как я говорила, на косметику, и качество все портится, потому что больше становится производство с Китаем. Made in China! Ба-бам! Качество портится, а цена растет. Так же, как и в любой другой стране, везде цены растут. В общем, нужно больше просто зарабатывать денег. Суть не в этом. Я поняла то, что сейчас пройдясь в магазине косметики, я поняла то, что там по ценам, в принципе, все то же самое, как и в России. Да, может быть, там какая-то косметика, которая made in USA, она будет в России все равно дороже. Я могу вместо этой косметики, точнее, я знаю просто, что вместо этой косметики я могу в Москве купить себе другую корейскую, очень хорошую косметику для лица, там, не знаю, крем для глаз. И, например, какой-то уход за лицом, клиник меня вообще уже разочаровывает, и особо мне не очень нравится. Так что не все хорошо, что блестит, правильно? А вчера мы посмотрели фильм «Время первых», наш русский фильм, нам очень понравился. Про Леонова, Беляева, да, космонавтов. Кто смотрел, напишите, если вам понравился этот фильм. Мы едем в парк гулять всей семьей. Втроем. Не, в Мэй мы не поедем. Мэй это Макдональдс. Он любит в Мэй вот эти там площадки, трубы, вот эти лазейки всякие. Но мы туда стараемся ездить только когда, если нет детей на площадке. И да, либо если жара, либо дождик идет. А просто так мы не ездим, потому что наш лучше на воздухе. Да я сейчас где-то пониз поеду, покушаю. Вот там парки погулять. Понятно, вот так вот немножко. Ну что, роллы понаворачиваю. Я даже не понял даже, да, Леш? А что происходит? Давайте вообще парк завезу, а сам в Japanese Buffet схожу, покушаю пока. Чего? Ты скажи, папа. Я ням-ням, ты парк. Нет, ты я парк, я буду ням-ням. А ты в парк иди гуляй, понятно? Там роллы, вкусные роллы. Немножко. Ой, я хочу ням-ням. Вкусняшку? Да. Да нет. Да нет. Ты лучше в парке погуляй, Леш. Я хочу ням-ням. А я в роллы поем. О, не идея.
идея. Ну. Я чуня-ня, баки. Ага. Как вы думаете, где все люди? А люди все в домиках сидят своих. Lexington Street. Закрыли проезд. Где? А вот, видишь, знаки стоят. Да, это потом было. Да, сейчас нам кругля теперь делают. Спасибо огромное, Гена Жуков. Я так понимаю, сделал донейт на мою операцию $10. А вот еще мне скинула Татьяна Экерт, если правильно я читаю, $246. И когда я вчера увидела, я была просто в шоке. Привет, Оля и Лешики. Мы посмотрели старое видео «Золотые коты». Мы в восторге, что вы не оставили ваших питомцев одних. Татьяна, спасибо вам огромное и вообще всем огромное спасибо. Мне очень-очень-очень приятно. Спасибо вам большое. Смотрите, какой у нас сын. Спортсмен сам, вы видите, прыгает. Он падает. Хелп. У Лёшки реснички. Невероятные ресницы. Ран! Мы теперь на теннисном корте играем в шишки. Шишки! А мне вот с моими открытыми неудобно. Я пнула шишку, прям пальцы заболели. Сейчас будет еще один обзор. Может, на РЕН-ТВ опять выставят. Я шучу. Обзор туалета во Флориде. Заходим в Вумен. Пока никого нет, значит, что такое этот обзор. Немножко страшновато мне стало. Думаю, никого здесь нет, никаких маньяков. Ну, в принципе, не так уж и грязно, да? Тараканов нет, ничего такого нет, но... Видите, на замке стоит. Как будто бы вот так вот ее нельзя отмотать. Просто повесили замок, чтобы не снимать рулон. Именно рулон целый. Вот так вот такие вот туалеты общественные. Не-не-не-не-не-не-не-не. В чувство привести сейчас. Папа у нас голодный, Леша. Да. А ты голодный? Нет. Майами. Майами, детка. Майами, ями. Поэтому здесь детей воруют. Я говорю, американские люди, они сядут на лавочку, либо сидят в машине вот так вот, да, вот. Видите, там стоят машины, либо они сидят в этих машинах, а дети играются, бегают, то есть убегают вон туда далеко. И поэтому здесь детей воруют, потому что за детьми здесь не следят. Может быть, это только во Флориде, я не знаю. Но тут, конечно, вообще unbelievable. Где этот автомобиль? Я его потерял. Вот он едет, видите? Там машинка едет, музыка играет, мороженку везет. Знаете? Покупают ребята мороженое. Вот. Про детей пока не сбилось с мысли, я расскажу. Они сидят в машинах, они даже не выходят. То есть даже если маленькие дети по 3-4 года, они будут вокруг одни бегать. И вот девочка подошла и попросила, чтобы мы с ней поигрались, потому что ее мама сидит в машине, просто сидит и наблюдает. И она так ко всем подходила и со всеми родителями игралась. Ну так у многих здесь. Большинство испаноговорящих и темнокожих людей этого не делают. Вот эти вот национальности, они всегда с детьми рядом. Даже если маленький ребеночек, он всегда бегает, а родители рядом с ним ходят 3-4, даже если года, все равно рядом. Они сидят вот так вот на лавочке, но наблюдают. Чаще всего даже играются. А вот именно американские родители, они сидят в машинах, либо сидят, едят. Вот она сейчас махнула рукой из машины, даже не позвала, просто махнула. Ребенок пошел, она села в машину. Поэтому я говорю, детей здесь часто крадут. И очень легко здесь украсть, я заметила. Поэтому за Лешиком я здесь глаз да глаз смотрю. Вероятность здесь больше. То есть незаметно раз, подмышку и машину, и полетела. Путина слушаем с запозданием. Не их наряды или профиль римский. Нас покоряет женская душа. Вот так. Что делаете, товарищи? Спим, спим. Папины сиси сейчас увидят. Good night. Good night. Миш, скажи всем спасибо.